Смотрите, что у меня есть. Хлебушки есть. Хлебцы. Хочу. Казимирка, хочу хлебцов? Хочу. Сава, ты хочу? Хочу. Берите. Бери. Сава, так смотри, вот же. Сава, ты дуркеша, только не подеритесь. Смотри, вот еще есть хлеб. Нет, бери, вот смотри, Сава, вот, иди сюда. Сава. Нет, а ты вот сейчас так под шкаф засунешь. Я забыла в угол носить свой хлеб. Вкусно вам? Только хрум-хрум. Только хрум-хрум слышно, да? А что, никуда не понесете их? Будете на месте пилить? Смотрите, я вам ванну открою. Хотите? Можно в ванну идти пилить хлебцы. А где ты свой уже потерял хлебец? Пойдешь проверишь? Так, Сава пошел проверит, наверное. Есть ли где спрятать там хлебец? Сейчас побежи за хлебцом. Ну что, Сава, есть там? Куда спрятать? А ты пока там ходишь, я сейчас его съем. Сейчас пойду съем твой хлебец. И казимир кинул. Все. А, пометил. Ну, мое. А чей это хлебец? Сава. Сава. Казяма. На, чей? Чей это? Чей это? Не твой? Конечно, это Савушкин. Не твой, да? А что ж вы так разбрасываетесь? А кто-то может взять и съесть. Мышка придет и съест ваш хлебец. Не боитесь? Придет и унесет. Не бояться.